русских писателей. А если не знаешь, знать обязательно. Изучаешь язык, знай культуру. Вот тебе рэп про литературу. До 18 века писали немного. А если писали, то больше про Бога. У нас есть много писателей и поэтов. Вот небольшая галерея портретов. Ломоносов пешком пришел из деревни. Писал хорошо, но язык был древний. Он смог пешком до Москвы добраться. Вот отличный пример мотивации. Историк, географ, физик, поэт. Сегодня таких, как он, больше нет. Пушкин был первый рэпер планеты. Жена мисс России, убит из пистолета. Друзья под арестом, любил дуэли. Настоящий рэпер, а как вы хотели? Африканский прадед, горячий темперамент. С него начался современный язык. Язык, к которому ты привык. На все вопросы дает ответ. Поэт умер, да здравствует поэт! Лермонтов пишет смерть поэта, и вся Россия читает это. Демон-романтик, гений-герой, такой же, как Байрон, но только другой. Романтизм не любит хэппи-энда совсем. Лермонтов убит на дуэли в 27. А кто же остался после его смерти? Вот украинец на Невском проспекте. У русских писателей фантазии много. Но чемпион среди них Николай Гоголь. Мертвые души, живой нос, волны смеха в море слез. Он был очень странный, он мастер гротеска. Украинец, итальянец, не находил себе места. Эй, ухнем, эй, ухнем. Еще разик, еще раз. Достоевский был гений, но написал идиот. Он в рулетку играл и страдал за народ. Если бы на землю пришел Христос, он смог бы задать ему хороший вопрос. Кто это с длинной бородой, такой простой? Боже мой, это Лев Толстой. «Война и мир» — это первый сериал. Он 6 лет писал, чтоб никто не скучал. Не пей, не кури, поменьше говори. Любовь — это ад, а работа — рай. Куда ты хочешь? Выбирай! Начинал артиллеристом, закончил пацифистом. Хотел быть Христом, а считали антихристом. Эй, ухнем, эй, ухнем. Еще разик, еще раз. Эй, ухнем, эй, ухнем. Еще разик, еще раз. Хорошая история без хорошего человека. Это значит, ее написал Чехов. Люди смешные со всех сторон, а хороший человек — это только он. Темные аллеи и ночи лунные красиво описал Иван Бунин. Поэт в прозе, русский в Париже. Сложная история о сложной жизни. Маяковский футурист высокого роста. У него новый ритм, понимать непросто. Поэт любви, революции и новой жизни. Одинокий, беспартийный самоубийца. В СССР человеком стала даже собака. Так написал Михаил Булгаков. В СССР все равны. А у Булгакова даже бог и дьявол почти одинаковы. О нем долго молчали, а теперь говорят. Значит, правда, рукописи не горят. Кошмар, который вам даже не снился, описал Александр Солженицын. Он был на фронте, в ГУЛАГе и в Вермонте. Он как огромный крест на горизонте. Он был диссидент и он был патриот. Но он любил народ больше, чем его народ. Эй, ухнем, эй, ухнем. Еще разик, еще раз.
для поколения Пи и других поколений есть буддист-постмодернист Виктор Пелевин. Ты посмотришь по-другому на друзей и знакомых, когда прочитаешь «Жизнь насекомых». Может, рэп не культура и не литература, и все мои портреты — это карикатура. Но эти писатели реальные гении. Они в России больше, чем Сталин и Ленин. Не теряй время на сериалы и фантастику. Жизнь коротка, читай классику. Еще разик, еще раз.